Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, и сегодня мы начинаем проходить Dead Space 2, сразу же прямиком после Dead Space 1, как вы знаете, у нас... Да подожди, не надо там никаких заставок. Как вы знаете, у нас намечалось прохождение еще небольшой одной игрушки, но с ней, как я и говорил, как я и предполагал, возникли некоторые проблемы, поэтому придется обойтись без нее. Кто замолчит уже? Короче говоря, приступаем к Dead Space 2, а как что, как если я как-то решу этот вопрос с Electronic Arts, почему-то ее нельзя размещать, видимо, потому что она проходится за полчаса, и никто у них покупать, может, не будет, если летсплеи на нее будут нормальные такие по сети. Не знаю, короче говоря, с чем это связано, но пока что выкладывать мне ее не дают. Но давайте проходить, собственно, Dead Space 2. Я, честно говоря, после первой части прям очень мне хочется продолжить эту историю, потому что Dead Space одна из моих любимых игр на этом поколении. И вторая часть, она воспринимается совершенно по-другому, потому что здесь главный герой уже разговаривающий. И воспринимается уже как живой человек, а не как робот, как Айзек из первой части. Собственно, давайте начинать. Давайте смотреть. Проходить будем на среднем уровне сложности, как и предыдущую, потому что это оптимальный уровень сложности для прохождения именно, чтобы мне и сложно было, но при этом и не умирать на каждом шагу. Так, и мы... Локализация, как и в первой части, очень хорошая. Единственное, но то, что здесь персонаж не озвучен, то есть она не голосовая, в остальном же просто образцовая. Некоторым даже больше нравится то, что оригинальные голоса сохранены, но, на мой взгляд, локализация первой части была даже лучше оригинала, настолько там все было хорошо сыграно актерами. Ну, не знаю. Isaac, are you there? Come in, Isaac. Oh, God. I'm so sorry, Isaac. Look at the time difference. I'll call you back later. It's okay. How you doing? Good. You're right, Isaac. The Ishimer is a great ship. I am so lucky to be serving aboard her. Enjoy it while it lasts. You know they're gonna decommission her next year. Isaac, thank you. For what? For just pushing me to do this. I mean, if it weren't for you, I never would have made it this far, because you made me stick with it. Now just remember, I'm giving you up for 6 months so you can do this. You know what? We must be getting out of range there, Isaac. Isaac! You were drifting away for a moment there, Mr. Clark. I believe you were telling me about your nightmares that you've been having. About your dead girlfriend. What was her name? Nicole. I didn't want it to end like this. I really wanted to see you again. Just once. I loved you. I always loved you. Yes. Nicole Brennan. She was a senior medical officer stationed aboard a Planet Cracker class vessel. Ishimura. USG Ishimura, yes. Part of a mining operation on Aegis 7. I understand communications went down shortly after their arrival. You were part of the repair mission. A mission for which you volunteered, am I right? What did you find aboard that ship, Isaac? I found something. What did they find aboard the ship, Isaac? The marker. Did you have contact with this marker? It made you see things, didn't it? Things you didn't want to see. Ой, неприятно. It spoke to me. What did it say, Isaac? What did it say to you, Isaac? Isaac! Isaac, can you hear me, Isaac? Капец, жуть. Графика в игре, как видите, шагнула вперед, но Isaac, она и в первой части была неплохая. Isaac, can you hear me? Но именно в плане детализации персонажей, по-моему, стало на порядок Dean, лучше. I found Isaac Clark. Repeat, I have him. Great work, Franco. Be careful. He's been out a long time. Good, good. Steady, steady, steady. We gotta get you out of this straitjacket. Where am I? Все стены в камере Айзека расписаны этими иероглифами. I can explain everything, but you gotta trust me, okay? Listen, you're in terrible, terrible danger. И тут оно начинается. Так, сейчас нам, по-моему...
То есть... двинул бомб. Так, надо бежать. Так, переделали управление. Тут оно маленько отличается от... О! Твою мать. Давай, пошел. О. Да иди ты. Ох, жесть. Так, все, вроде успокоились, да? Играю я, как вы могли заметить, на компьютере с Xbox, ой, с геймпадом от Xbox 360. Вот что-то я сегодня сильно заговариваюсь, это потому что, наверное, что я болею, температура маленькая. Но я думаю, это не скажется в целом на нашем прохождении. В общем, хватит задавать этот вопрос. Я играю в нее на компьютере с геймпадом Xbox, потому что, на мой взгляд, это оптимальная связка, и мне так нравится проходить. Единственное, но я считаю вообще эту версию лучшей, потому что на нем, ну, собственно, графон получше. Но при этом не вышли DLC, который, на мой взгляд, просто прекрасный. И DLC мы уже будем проходить, то есть этот вот Сюверет будем проходить на... Нога. Будем проходить либо на Xbox, либо на PlayStation. Но это будет чуть позже. Так, а наше первое сохранение. Айзек провел 3 года в стазисе, его время от времени будили, чтобы изучать. И вот в один прекрасный момент случилось вот это все. Ну, как прекрасно. Это я, конечно, борщанул помаленьку. Я не сказать, что сильно помню эту игру, когда она вышла. 3 года назад. Оп. Нормально. Я, конечно, гораздо лучше помню, чем первый Dead Space, но все равно. У меня как-то вот сюжетная канва в голове осталась, а по геймплею... По геймплею как-то вообще в ноль просто. Так, бабайка, похоже, уполз, да? Нужно убираться и нужно как-то снять с себя смирительную рубашку. Ладно. Кто-то пытается замести следы. Здесь, похоже, проводили какие-то незаконные исследования. В том числе и с Айзеком. И кто-то явно не хочет, чтобы это все выбралось снаружи. Кругом кровище. Похоже, инцидент только произошел, но уже ничего хорошего. В отличие от Ишимура, на который мы приезжали, там уже, собственно, несколько дней, как все случилось, произошло. Или даже неделю. Смотровая. Здесь, похоже, изучали людей. Да что там такое? Come on, Strauss. I'm here to help you. Так, в какой камере я-то сидел? Похоже, ни в одной из этих, да? Отсюда у нас обзор на наши камеры, видимо, нет. Come on, Strauss. What? He was just short. But I put so much stuff in my head, so much shit in my head. There's no more room for anything.
can't remember what he looks like. I can't remember. Изучали людей. What did the symbols tell you? They told me that it wasn't my fault. I didn't kill him. Все по одной и той же тематике. Так, ладно, нужно выбираться нафиг отсюда. К ядрене фене. Здоровья вообще нет, просто по нулям. Ты что там делаешь? Ой. Straitjacket. No one's getting out of here alive. Don't do it. Oh. Ah, ну да. Я подумал все. Видимо, я подумал, что что-то не так сделал. Take it easy, buddy. Just take it easy. Your rig is red. It's red. It's a health pack and a flashlight in that wall locker. You should grab them. Go ahead. Не поворачивайся спиной к нему. Take it. Он явно не в своем уме. I won't be needing it anymore. В прошлой части иксом было. Восполнять здоровье. Isaac. We're all gonna burn for what we did to you. Твою мать. Распорол, конечно, зрелищно, но не особо качественно. Можно было просто артерию себе перешибить. Ну ладно. Зато по киношному. Clark. Isaac Clark, is that you? Who are you? My name is Dana. I'm the one trying to rescue you. Why? What's going on? You're suffering from a unique form of dementia, Isaac. Something you contracted on Aegis 7. How do you know that? How do you know all this about me? Your dementia will kill you. But if you can get here, I can treat you and get you to safety. Why should I trust you? Because I'm not the one shooting at you. Fuck. Follow the route I'm sending you. Замечательно. По словам этой девушки, у нас дементия, то есть безумие, и оно нас убьет. Но она может нам каким-то своим мотивом помочь. Не могу сказать, что меня это все радует. Ну ладно. Справимся. Долго едем. Могу сказать, что вот только сегодня я смотрел демо-версию Resident Evil 6, и насколько удобнее после него воспринимается управление этой игры, и персонаж не занимает половину экрана, хотя тоже достаточно крупно отрисован так. Так, теперь более плавный поворот у этого указателя. Тут все, судя по всему, плохо, да? Судя по этим кровоподтекам. О, ребята, а тут прям морг. Так. Ощущение, что их поубивали, просто расстреляли, что ли. Те, кто избавлялся от следов. Что это было там?
твою мать. Фу. Ну ладно, допустим. Где-то вдалеке слышно некроморфов. А, понятно, да, тут мы были. Все часы почему-то остановились на 12.00. Так, мне бы мою винтовочку. Popsicle sticks were being constructed into marker-like miniatures for over a year has led to a search of the unit for any other such phenomena. It appears widespread, with marker forms being made out of medication bottles, hypodermic needles, and even toiletry items like nail clippers and tweezers. The research teams have all been notified of the discovery. Mm-hmm. Теперь там кто-то есть. Так, ну нафиг, давай быстрее уходить отсюда. Как-то это не к добру все нафиг. Сохранимся, пожалуй. Я думаю, против никто не будет. Потому что у нас за спиной что-то похоже идет. Так, все, валим. Валим. О, может лучше было тут остаться. Что это за машинное отделение? А, это душевые. Ух, кстати, от души. На улице такая жара, у нас 35 градусов сегодня. Ладно. Твою мать. Сказал бы тебе, дружок, какого происходит. Так, и да, нововведение в серии. Очень круто сделано вот это. Но здесь, по-моему, стрелять нельзя, что ли? Супер. Твою мать, тихо, потихоньку, аккуратно, не шумим. Да вроде нормально, да? Отлично. И куда же мы это попали? Телекинетическая хирургия. Зажимы активированы. Хорошо. А, это стазис, понятно. Кинезис теперь называется так. А, да, кинезис. Ставится это маленько другое. Так. Ага. Тихо. Че идут? Ну ладно, опыт работы с этими предметами у нас уже есть, с этим оборудованием. Да успокойся, я знаю. Да я знаю, успокойся. Так что все, я думаю, будет нормально. Главное найти оружие. Тихо, это что за...
Давайте-ка возьмем с собой одну из этих штучек. А, подожди. Тут же топтать надо врагов, чтобы из них что-то упадало. Это мне не понравилось, кстати, нововведение. В первые просто выпадали вещи. А здесь натурально приходится. Так, открывайся, пожалуйста. Так, хорошо. Еще подлечимся. Что-то аптечки как-то помаленьку устанавливают. Ну, а то они и маленькие, конечно. Но все же. Ребята, ребята, ребята. О, сколько у вас? Тихо, хватай, где еще? Тихо, тихо, тихо. Все? Вроде нормально, да? Ну ладно. Не столько сложно, сколько неожиданно. Потому что после последних этапов первой части, начальные этапы второй части воспринимаются натурально как детский сад, ясли. Так, хорошо. Давайте одну с собой таскать, мне так спокойнее. Ой, что-то тут совсем нехорошее что-то произошло, да? Ой, да замолчи ты уже, пожалуйста. Какая надоедливая. О, ребята, тут нам явно эта штука пригодится. Так, вроде все спокойно. И это что такое? Строение зрительного нерва, я так понимаю. Айзек стал... Да блин, замолчишь ты, нет? Манекены. Так. Поактивнее Айзек начал ногами махать. Ну ладно, допустим. Пока что все окей идет. Тихо. Ой, уйди ты от меня. Ненавижу. Ладно, у нас нет ничего. Сейчас как-нибудь отмашемся. Это он орёт? Слышу, слышу. Сейчас, дружок. Подожди. Спокойно, все хорошо будет, не волнуйся. Офигеть. Да успокойся, пожалуйста. Без тебя тошно. Это я-то сраный придурок? Офигеть! О! Да сейчас помогу, не волнуйся. Офигеть, у него грудак распоротый весь.
Is that a tissue laser? A plasma cutter? Ой-ой-ой. Давай. What the fuck are you doing? Shit. Давай, 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 хватай. Ну, неудача нас ждала. Здравствуй, старый добрый плазмокатер. Перезарядка теперь на кнопке X. Странно это все. Раньше на кнопке A была. Ой, бляха. Блин, еще идет. Второй раз меня так не обманешь. Скотина. Ой, блин, я чуть не подпрыгнул. Так, ладно, нормально все. Сейчас до тебя, дружок, очередь дойдет. Не волновайся. Так, с тебя ничего не выпало, кстати говоря. Надо не забывать про эти вещи. Что их теперь топтать нужно обязательно. Я не думаю, что он сможет вырваться. Деньги, хорошо. Он, походу, тут стоял, но в итоге дотолкался аж до сюда. До свидания. Так, хорошо. У нас есть оружие. Это уже само по себе радует. Isaac, it's Dana. You have to dismember the creatures to stop them. I know. I've had a lot of practice. Just try to stay in one piece. Thanks. Проходили, говорит. Дословный перевод. У меня много практики было. Так, воду бы надо выключить, затопят. Хотя тут, я думаю, это меньше из проблем сейчас. Так, отлично. Ничего нет, похоже. Так, ребята. Кто-то надо мной ползает, а? Так, тут ничего нет? Нет, ничего. Сохранимся. Явно не будет лишним. Зал ожидания отделения интенсивной терапии. Ненавижу большие открытые пространства. Так, ну оттуда, я так понимаю, особо никто не придет. Хотя там с крыши могут. Детские игрушки. Детская больница, что ли? У меня вообще ощущение, что половина от этих людей, их постреляли сотрудники служб безопасности. Потому что они обращенные, даже не порванные на куски. В чем грешат некроморфы? Просто мертвые лежат. Хотя, как знать. Ребята! Опыт есть. Опыт не пропьешь. Блин, но это было хреново. Все-таки как примитивно пугают Dead Space скримерами, но действенно.
Я уже два раза за эту серию чуть не подпрыгнул. Так, все сзади, больше ничего нет. Откуда они там вообще пришли-то? Вон оттуда? Ладно. Хорошо. Вон туда. Значит, сюда пойдем. Так, что тут может быть? Здесь может быть много-много кровищи. Плазменная энергия. Отлично. Блин, маленько по-другому управление сделано, поэтому помаленьку парюсь. Бег на другой кнопке. Или подожди, он там тоже на LB был. Не знаю. Ну как-то непривычно, короче говоря. Чисто. Что там такое? Пакетики с кровью, что ли? Или что? Они бы еще под конец игры эту подсказку сделали, как заряжать оружие. Это через рацию идет или через вентиляцию, скорее похоже, да? Ребята, тут все плохо. Все-таки на Шимуре было не так много людей, как здесь. Здесь уже полноценный город. С детьми. Семьями. И вот это как раз по-настоящему страшно. Так, нам туда. Отчет санитара ОСС 1411. Наши пациенты стали раздражительны и агрессивны. Побочный результат действия супрессоров памяти. Они не помнят, кто мы такие. Каждое утро приходится выговаривать их покинуть свои палаты. Многие настолько напуганы, что приходится давать им успокоительное, чтобы доставить до комнаты допроса. Санитара Гусетиса уже трижды укусил пациент номер 6, которому теперь приходится каждый день объяснять, почему у него сломана челюсть. Да уж. Кололи, похоже, чем-то совсем злым. Ладно. Птичка, хорошо. Здесь пока что вижу в основном службу безопасности, убитую, порванную в клочья. Видимо, они пришли сюда чистить, но их самих почистили так, что верхняя приемная. Обнаружен посетитель без допуска. Это плохо, да? Не застревая. Давай, 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 отлично. Да сколько их там идет-то, елки-палки. О. Еще идут, еще. Один, по-моему, да?
Dana? Dana! Okay, you're right. I do need your help. Talk to me. Look, Isaac, we don't have to be friends. But like it or not, we're stuck together. Tideman's your enemy, not me. All right, I found you a new route. Fine. So where the hell am I? How did another necromorph outbreak get started? You're on Titan Station orbiting Saturn. As for the outbreak... Shit! Tideman's jamming my signal! Отлично. В общем, такие дела. Кто-то нам помогает, преследует какие-то свои цели. Как бы там ни было, давайте на этом прекратим первую серию, наверное. Надо сказать, что после первой части игра воспринимается совершенно по-другому. Я поначалу говорил, проходя первую часть, что вторая не такая страшная, но тем не менее, вот за эту серию я подпрыгнул два раза. То есть скримерами пугали примитивно, но пугали, пугали, получалось. В целом игра очень крутая, мне очень все нравится. Надеюсь, вам также. Увидимся завтра в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего. Пока.